Марка Ту стоит не только на реактивных лайнерах. Эти аэросани-амфибия тоже созданы в конструкторском бюро Туполева. Сейчас машина идет по снегу, а летом она сможет перевозить грузы и пассажиров по мелководным рекам. Ходовые испытания под Смоленском показали, что сани развивают скорость до 150, а по воде до 80 км в час. Такие аэросани-амфибия помогут решить многие транспортные проблемы в условиях северного бездорожья. Тысячи километров разделяют города, а сближает их транспорт, железные дороги, авиалинии, трубопроводы.